На саратовских прилавках замечен фальсификат. Представители областной ветлаборатории предупреждают, мед нужно покупать с опаской, поскольку сейчас его стали часто подделывать. Фальсификация производится с помощью пищевых и непищевых заменителей. Если повезет, то попадется продукт с примесью муки, крахмала и фруктозы. А если нет, то придется есть мед с мелом, гипсом и даже древесными опилками. Примесь муки специалисты предлагают определить по физическим свойствам продукта. Он приобретает слишком белый цвет и будет слизистым. А чтобы понять, кормили ли пчел крахмалом или сахарным сиропом, придется провести почти лабораторный эксперимент. Нужно налить в пробирку 25% раствор меда и добавить к нему спирт. Если сладкий продукт чистый, то спирт останется прозрачным.